Акбар. Здравствуй, дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в эту морозную пятничную ночь 8 февраля на долгожданном открытии Лонгбара. Можно сказать, возрождение целой эпохи и культуры. Именно той культуры, в которой ты себя чувствовал как рыба в воде. Рассказывать много не будем. Мы обязательно вам покажем все самое интересное. Пойдемте за нами. Красивые, нарядные, позитивные. Пойдемте, все же узнаем у них, как их настроение, как им новый лонг-бар. Пойдем. Девчонки, привет! Привет! Вы бывали в старом лонг-баре? Самые яркие впечатления от нового лонгбара. Лампочки на люстрах. Лампочки? Люстра красивая. Сохранилась тематика интерьера всего заведения. Больше публики, больше красивых, модных людей. Больше веселья, больше бар, естественно, что немаловажно. Я вижу, ты в хорошем настроении. С чем это связано? Это связано с хорошим настроением. Так, очень двусмысленно. То есть открытие лонгбара никак на твое настроение не влияет? На самом деле это радует, потому что мы долго ждали этого события. Ну, в Самаре, к сожалению, не так много мест, где можно отдохнуть. Абсолютно согласен. Пожелайте что-нибудь всем гостям и себе, естественно, тоже. Только радость. Радости и много-много счастья в этом заведении. Процветание, процветание лонгбару новому. Мы счастливы находиться здесь. Скажи, пожалуйста, вот чего ты искренне хочешь пожелать вообще всему коллективу и вообще самому заведению Лонгбар? Я думаю, оставаться таким же сплоченным и радовать своих посетителей. Я поздравляю Лонгбар и предлагаю всем посетителям Лонгбара прочитать стихотворение Адойского «Бал». Там все сказано о Лонгбаре. И Адойси сказал лучше, чем я в 1825 году. Так что я всех целую. Я очень люблю Лонгбар с 14 лет. Меня еще не пускали, но я уже любил. Я хожу сюда уже очень много лет, я обожаю эту атмосферу. Сегодня у меня такое ощущение, что я не уходил. Большое спасибо всем, кто организовал этот клуб, особенно Елене Ивановне. Все прекрасно, я жду открытия фьюжена. Просто моя мечта сегодня сбылась, я счастлив. Спасибо вам. На самом деле все вообще круто. Все. Но по-любому есть какие-то изменения в лучшую сторону. Как ты считаешь, что это за изменения? Ну. Многие говорят о люстрах. Я не знаю, с чем это связано. Я тебе скажу об аппаратуре вообще. Аппаратура супер. Но я вижу, скучать тебе здесь не приходится.
мы продолжаем, и хотелось бы спросить, какой клуб в Самаре самый лучший? Лонг бар! Окей, thank you! Свершилось долгожданное открытие лонгбара в 2 дня. Я думаю, все удалось. И поверь, если ты проведешь здесь свою пятницу и субботу, то тебе хватит заряда эмоций на всю следующую серую неделю. Да, в общем-то, знаете что, лонгбар каждую пятницу и субботу рад вас увидеть в этих стенах.